что человек, который хочет восполняться в своей отдаче любви от близкого человека, то есть ждет благодарности от близкого человека, человек так настроен, он отдает любовь и ждет благодарность. Этот человек всегда потерпит неудачу, даже если перед ним будет благодарный человек. Потому что наша природа, она не бескорыстна. Понимаете, мы вкладываем в человека, человек начинает думать, что так и должно быть. Понимаете? Меня когда жена на лекцию отправляет, там нагладит, она говорит, смотрит на меня, я такой, она говорит, какой ты аккуратный. Я говорю, я такой по природе. Ну так, шучу с ней. Вот, и понятно, что она меня нагладила, поэтому я аккуратный. Но я говорю, я такой по природе, аккуратный сам по себе. Я почему так говорю, это шутка, это смешно. На самом деле все мужики так и считают. Они говорят, а мне положено по судьбе, чтобы меня хорошо кормили. Жене говорит. Она там наготовила. Она любовь же свою отдала. А благодарность назад не получила. Это вызывает очень сильное разочарование. Поэтому веды говорят, единственный способ жить нормально, это взаимность ждать от Бога.